Сегодня в Москве стартовал 18-й съезд «Единой России». Участие в нем принимают 3500 делегатов и приглашенных из всех регионов России, в том числе Северная Осетия. Нашу республику представляют секретарь регионального отделения партии Тимур Артабаев, член Генерального совета партии Людмила Токаева, глава муниципального образования город Владикавказ Махарбек Хадарцев и глава администрации Владикавказа Борис Албегов. Также в числе участников и делегаты, которых избрали от республики на съезд. Во второй день съезда запланировано пленарное заседание. Ожидают приезда Владимира Путина. Кроме того, выступит председатель «Единой России» Дмитрий Медведев. В заседании примет участие и глава Северной Осетии, член Высшего совета партии Вячеслав Битаров. Оно пройдет завтра. Сегодня только первый день съезда партии. Для участников организовали дискуссионные площадки. Собравшиеся подведут итоги региональных предсъездовских дискуссий. Члены партии представят свои предложения по повышению эффективности работы. Также речь пойдет о взаимодействии «Единой России» с избирателями и повышении качества обратной связи. В этом году особое внимание планируют уделить развитию цифровых технологий в политическом процессе.